Здорово, чуваки! Это обзор от mov.org и я Трэш. Сегодня вы увидите туалетный портал, кубические танки, стимпанковские гонки, балансирующую аркаду и настоящую RPG. Поехали! Что же такое Porta Pilots? Это игра про путешествие в телепортационной будке. Но не в какой-то там телефонной, как в Докторе Кто, а в туалетной. Испачканный фекалиями птицы из будущего, черный паренек по имени Тейлор решает зайти в биотуалет для чистки. Но неожиданно узнает, что это машина времени под управлением таких же двух подростков. Вместе с новыми друзьями ты поможешь братьям Райт изобрести свой первый самолет. Наполнишься электрифицированной мудростью Эдисона и Теслы. И даже решишь головоломки с основами физики для Клеопатры. Каждый уровень — это поиск предметов с забавными квестами и увлекательными головоломками. Это, кстати, первый эпизод грядущих приключений, так что стоит ожидать новых путешествий во временном толчке. Любишь одиночную кампанию с крутым сюжетом и неожиданными поворотами? Тогда War Boxes — это именно то, что тебе не нужно, ведь это мультиплеерное сражение на танках. Развел я тебя! Тут все строится по принципу старых добрых танчиков. У каждого есть своя база и свои товарищи, вместе с которыми, как ты понял, тебе нужно истребить вражескую базу и вражеских товарищей. Тут дофигища кубических карт с полностью разрушаемыми локациями. А глянь, какое разнообразие танков и оружия, кругом бонусы, улучшения и овечки, которых можно давить. Короче, здесь есть все, чтобы здорово оттянуться с друзьями. Тебя настигло уныние? Хочется немного гонок, экшена и рок-н-ролла? Тогда Steampunk Racing — это именно то, что тебе нужно! Дикие стимпанковские гонки с захватывающим сюжетом и угарным геймплеем. С каждым уровнем тебя будут ждать новые герои с еще более диким транспортным средством, каждый из которых можно улучшать более 20 раз. Впереди 8 опасных локаций, ведь кругом ловушки, вращающиеся шестеренки, гигантские молотки и пилы, как будто вражеского огня мало. Но и ты не брезгуй, выбирай супероружие и жарь ублюдков прямо во время езды. Ведь к финишу можно прийти не только первым, но и единственным. Бамба! Это шикарная аркада, в которой тебе предстоит балансировать циркачом на одноколесном велосипеде с различными рода препятствиями. В игре невероятно минималистический геймплей, доступный даже бабам. Жми на экран, чтобы двигаться вперед, и отпусти, чтобы передвигаться назад. Все ясно? Тебя ждет 25 творческих уровней с невероятно сложными препятствиями, бросающими вызов твоей реакции и мышлению. Ах, ну и нервам. А приятное музыкальное сопровождение и шикарные усы, как у меня, не оставят тебя равнодушным. Кстати, ставь лайк, моим усам будет приятно. Аралон — это великолепный подарок для тех, кто затасковался по серьезным RPG. Огромный открытый мир, полный приключений, ждет тебя. Выполняй квесты вроде «Пойди принеси», проходи сюжетную кампанию вроде «Спаси мир», путешествуй и исследуй подземелья, полные опасностей и врагов. Здесь можно все, от грабежа и прокачки до собирания ягод и рыболовли. Да тут даже на драконах можно летать, а не убивать их, как в Скайриме, что крайне тупо. Ведь прирученный дракон — это отличное транспортное средство и могущественное оружие. Короче, если ты любишь встречать игровые закаты и рассветы, бить всех, кто попадется на пути, прокачиваться, и у тебя нет личной жизни, то Аралон — это именно то, что тебе так необходимо. А на сегодня это все. Подписывайся, качай игры с нашего сайта бесплатно и не забывай поставить лайчик под видео. А по этим ссылкам смотри наши предыдущие обзоры. Это был обзор от mov.org и я, Трэш. Увидимся!